Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. В основном они являются авторитетными личностями, нередко занимают руководящие должности. Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинствам, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква И в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.